Мне как-то сказали, что людям рядом со мной некомфортно. Привет! Как заниматься любовью всю ночь? Да, тут вот... Я думаю, мы подружимся. Но потом я понял, если подготовиться к ситуации заранее, спланировать каждый шаг, все сложится как надо. Кажется, у нас отличный диалог, да? Да. И это не случайность. Все, что сегодня случилось. Я отрепетировал. Привет, здравствуй, я Нейтан. Десятки раз. В декорациях твоего дома. Мы можем попробовать это для тебя, тебя и тебя. Ну, на первый взгляд я бы согласилась, почему бы и нет? Будет весело. Не сомневаюсь. Я хочу, чтобы все происходящее соответствовало реальности. Правительство как-то связано со снежным человеком. Папочка, я люблю тебя. Если вы будете играть недостаточно точно, вы можете разрушить чью-то жизнь. Это все абсурд какой-то. Пусть плачет. Продолжай. Понял. Мне надо тебе кое-что сказать. Я больше не хочу с тобой разговаривать. Думаешь, это все тебе на пользу? Уверен, что ты этого хочешь. Мне не очень нравится врать. Ты лжец. И мне не нравится. Ты как Вилли Вонка, а я как Чарли Бакет. То есть я злодей? Но Вонка осуществлял мечты. Так. И ты осуществляешь мечты. Но дети на фабрике погибли. Ну, это не точно. Пожалуй, я перечитаю книгу еще раз, чтобы выяснить это. Да.